Всем добрый день. Коротенький ролик из устья Псизуапсе. Не мог вам не показать эту прозрачную чистую речку. Обратите внимание, прям вот. Камешки можно рассмотреть. Ну не так, конечно, как летом. Летом она вообще прям практически вся прозрачная. Прикольно можно все увидеть. Даже рыбок. Ну сейчас, видимо, работы не ведутся. Выходной. Речка очистилась. Ну, в связи с этим она, конечно же, не пачкает море, соответственно. Хотя море само по себе немножечко сегодня грязное. Вот по сравнению с речкой точно. Да, сейчас покажу. Главное, под волну не попасть, маленькую даже. Вот это волшебное место встречи речки и моря. Обратите внимание на бирюзовую, чистую, красивую воду реки и белую пенную, но все-таки грязную воду из речки, из моря. Наверное, именно про это место и говорят, что можно на воду тут часами глядеть. Там вдали, в районе Рыбацкого, на волнах катается парусник такой маленький, ну, лодка тренировочная. Яхт-клуб у нас там есть маленький. Показывал как-то вот. А тут вот, нет, тут все-таки надо снять ролик непосредственно для канала «Природа». Без моих слов, как говорится. Просто место встречи. Что я, наверное, и сделаю. А этот ролик вы увидите потом. А может быть раньше. Бог его знает. Вот так. Ладненько, всем пока. Буду заниматься природой.